Не снял сторис в Инстаграм, не был на тренировке. На фитнес-марафоне «Гонка героев» — это одно из обязательных условий. Тренировки без перерыва 45 дней подряд. Пропускать нельзя, иначе вылетаешь. Вместо гири – закатки от мамы, вместо гантелей – утюг. Николетта знает, как найти альтернативу тренажерам дома. Хорошая замена, неплохая такая, даже сказать. Просто они не выскальзывают, правда, не выскальзывают из рук. Дома все, что подходит, приходится под руку, то и идет. А вот правила участия. Каждый день новое задание. Его можно включить в свою обычную фитнес-программу. Заниматься дома или в зале не принципиально. Главное – не пропускать. Тут у каждого свои цели. Для кого-то это дисциплинировать себя, для кого-то потянуть мышцы и прийти в форму, для кого-то просто похудеть. У меня это было просто проверить свои возможности, смогу ли я участвовать. Есть сложные упражнения, например, тут было задание планка 2 минуты, когда для нас это было очень много стоять, как просто для занимающихся. Но есть достаточно легкие упражнения, которые просто как дополнение к своей тренировке. Все это подготовка к экстремальному весеннему забегу. Участвовать в гонке героев могут все. В команде от 6 человек. Среди них должна быть одна девушка. Препятствий порядка 40 на 10-километровой трассе. Это 10 километров с препятствиями. Они могут быть естественные и искусственные. Это ровы, это дамбы, это рукоходы, это воды много, это много скользкой дороги. И, соответственно, это все нужно преодолеть. Можно пешком дойти до конца, но преодолеть вот этот страх, преодолеть вот эту борьбу с самим собой. А пока дойти до конца марафона – главная цель ребят. И никто не останавливается, даже если выключают свет. В первую очередь решил победить лень все-таки. Это борьба всю жизнь длится у людей. Прийти в зал, не прийти в зал. И так далее, хочу достичь новых результатов, то есть побить свои старые рекорды и поставить новые. Во-первых, я хочу добиться хорошего результата в отношении, набор массы тела. Вот, это первый мой такой, моя цель, можно сказать. Во-вторых, хочу посмотреть на уровень своей выносливости. Если захотели поучаствовать, можете присоединиться. Подписывайтесь в Инстаграме и следите за новыми заданиями. А еще каждую субботу в 10 утра проводят бесплатные тренировки. В столичном фитнес-центре «Юбилейный» для тех, кто хочет подготовиться к гонке.